Вот, поэтому мы будем сейчас рисовать клумбы, которые там были. Мама рассказывала, что там очень много цветов нарисовано было. И... Майк, у тебя тоже художник, я смотрю. Да. Ничего, у него будет скоро лучше получаться. А ты приедешь к нам в город, когда мы там будем? Ну, я постараюсь, конечно, я в гости приеду, да. Классно. Главное, чтобы все это закончилось, и вы уже были дома, там, и с котом, и с Майком, и ты вспомнила. Ты думаешь, что это не закончится? Ну, закончится, конечно, понимаешь, самое... Ты не хочешь мне говорить?